Добрый день, компания Мотолайф приветствует вас. Это видео посвящено свободному мотоциклу. Перед вами Триумф Рокки 3, аукционный номер 2757. Вот такой вот красавчик. Больше кубатурный мускул. 2,3 кубика объема с пробегом всего 13000 километров. 13796. Покрытие не очень позволяет это сделать, но коробочка все переключается, все исправно работает. Ну теперь покажем его поближе, более подробно. Итак, повторюсь, аукционный номер 2757, общая четверка и оценочки у него были по внешней. Стоит такое тинговое а-ля ветровое стекло, накладочка в цвет мотока, все целенько. Оптика, оригинал, вся целая, поворотники также оригинальные, все целое. Переднее крыло без нареканий, армированные тормозные шланги, огромный радиатор, хром весь в хорошем состоянии, вилочка без запотеваний, зеркало в отличном состоянии, тормозные диски при таком пробеге, в принципе, они и будут ровненькие, без практически износа, покрышка также с очень хорошим остатком, не порепанная. Второй тормозной диск, здесь ровненький, колодки в районе 50% в остатке. Второе перо абсолютно сухое, зеркало в отличном состоянии. Такая накладка на масляный фильтр, хромированная также. Установлена дуга, на дуге имеются небольшие, незначительные потертости. С этой стороны также небольшие потертости на дуге имеются. В принципе, ничего критичного, огромный бак. Весь целый, ровненький, без нареканий. Сразу по пультам пройдемся. Все, пульты все также целые, не затерты. Приборочка вся целенькая. Хром в отличном состоянии. Стандартная выхлопная система полностью. Сзади также установлены такие дуги. Мелкие потертости буквально присутствуют. Сидушки оригинальные. Исполнение мягенькие, не высохшие, без нареканий. Спинка для пассажира, все триумфовская. Багажничек небольшой такой, хром, также весь целенький. Заднее широченное колесо с очень хорошим остатком, не порепанное, замена не потребуется. На кардане все сухое, без запотевания абсолютно. С этой стороны хром также весь в хорошем состоянии. Никаких недочетов по сидушке нет, по крышечкам. По хрому на дуге и здесь есть небольшие потертости. С этой стороны бак весь целый, ровненький, хром весь в хорошем состоянии. Итак, кого заинтересовал этот красавец, кто любит больше объемную, больше кубатурную технику, пишите, звоните.